после недолгих рассуждений по поводу направлений мы решили, что все-таки лучше идти в сторону оливковой рощи и там, где высажены розы. Но я не уверена, конечно, что они сейчас цветут, хотя это будет огромным сюрпризом для народа. Так, что тут у нас? Посмотрим. Какой-то домик со стульчиками. Боже мой, какая зелень, охренеть. Так, что-то здесь такое, вот такое. Обезьянки лазят.